Здравствуйте, рад приветствовать вас на канале «Правильный выбор». Сегодня в обзоре представлю вам встраиваемую посудомоечную машину Крона Каската 45BI. Ссылки на магазины с выгодными ценами вы найдете в описании под видео. Чтобы не пропустить новый обзор, подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. После просмотра жду ваши комментарии и лайки. Встраиваемая посудомоечная машина имеет статус узкой. Миниатюрные размеры 44,9 на 81,5 и высотой в 45 см поспособствуют размещению прибора на небольшой кухне. Для того, чтобы изменить режим работы аппарата, вы можете воспользоваться интуитивно понятным электронным управлением. Данная панель управления используется для выбора и активации настроек, которые отображаются на цифровом дисплее. Также данный аппарат обладает функцией «луч на полу». Индикатор «луч на полу» нужен для встраиваемых посудомоечных машин. С помощью него можно понять, что прибор еще в процессе работы. Предусмотрено 6 программ работы, благодаря чему можно получить прекрасный результат от процесса мытья. Такими программами являются автоматическая, стандартная, интенсивная и экономическая мойка, а также обрабатывание стекла и быстрый режим. Модель с высоким классом мойки и сушки A обеспечивает качественную обработку посуды, удаляя даже въевшиеся загрязнения при условии использования эффективных чистящих средств. Низкий уровень шума, сравнимый со звуком слива воды из крана, позволяет использовать устройство в любое время суток без дискомфорта для окружающих. Посудомоечная машина потребляет до 9 литров воды за цикл, позволяя сэкономить на коммунальных выплатах. Также в целях экономии можно активировать функцию половинной загрузки, благодаря чему на малый объем загруженной грязной посуды будет включен экономный режим мойки. Также не забывайте использовать такое нововведение, как Dual Space. Регулируемая по высоте корзина Dual Space приводит в движение верхнюю корзину с помощью специальных подвижных рычагов. Таким образом, можно поменять ее высоту, даже если она полностью загружена. А в случае, если ужин затянулся и вам пришлось загружать посуду в темное время суток, Inne Light будет вашим спасителем. Подсветка камеры Inne Light нужна для комфортного извлечения посуды, чтобы увидеть все столовые приборы даже в темном помещении. Я проанализировал отзывы и выделил основные негативные и позитивные моменты. Сейчас расскажу о них. Сначала отрицательные. Шумная, нельзя включить на ночь. В начале мойки выплевывает таблетку, когда время мойки еще остается примерно 2:15. Чуть не досушивает посуду. На эко-режиме случаются разводы после мойки. При установке фасада намучились, трафарет приложен кривой. Неудобно класть ложки и крупные приборы. Теперь перейдем к положительным. Наличие трех корзин и светового луча. Моет хорошо. Не шумная. Умная, вместительная. Много полезных режимов. Полочка для столовых приборов очень удобная. Надеюсь на вашу поддержку, поэтому делитесь мнением в комментариях и ставьте лайки. Для покупки этой модели по выгодной цене следуйте по ссылкам в описании. А чтобы не пропустить новый обзор, подпишитесь на канал и включите колокольчик. До скорой встречи на канале «Правильный выбор».